Ребята, привет! Приехала посылочка долгожданная, ехала почти 2 месяца или там полтора, не помню точно. Чехольчик ехал на Lenovo A850, если я не ошибаюсь. В общем, я его открою и посмотрим, какой он внутри. Должен быть беленький. О! Это беленький чехольчик на Lenovo A850. Довольно-таки большой телефон. Чистый чехольчик. А что сюда прилагается? Ничего, то есть сам чехольчик и все. Пластмасска для его вложения, силиконовая, кстати, очень-очень хорошо. Так, сюда можно вложить, наверное, кредиточку, я так понял. Ну, то есть, кстати, он очень классный именно тем, что его можно вот так поставить. То есть он здесь сгинается, его можно вот так поставить. А, ну, я понял. Короче, хороший чехольчик. Он на магнитике, кстати. Магнитная у него застежка. Беленький такой, аккуратненький. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ваши идеи, комментарии, пишите. Всем спасибо, пока.